мы начнем, скажем так, вторую часть нашего марлезонского авиационного полета. Я хочу проинформировать, что 20 апреля здесь состоится концерт моего замечательного друга Вадима Захарова. Поэтому как дежурная фраза «настоятельно рекомендую». Ну, это действительно очень здорово, это всегда достойно того, чтобы это слушать. Меня когда спрашивают в интервью, иногда такое бывает, а что вы слушаете? Как, однажды помню, очень девушка, одна корреспондентка смеялась. Я говорю, ну, что-то я не помню, каким образом, но я сказал, что я музыку слушаю только в машине. Она, да, а что вы слушаете? Я говорю, я слушаю только двух авторов-исполнителей. Она, ну, Вадима Захарова и Пинк Флойд. На слове Пинк Флойд она, у нее автор-исполнитель Пинк Флойд, немножко она подвисла, потом мы очень долго смеялись на эту тему. Да, у меня следующий концерт здесь традиционно, 8 мая, ко Дню Победы, поэтому я, конечно же, буду рад вас всех видеть. Не хочу обещать, если получится, с Сергеем Антишиным здесь в две гитары выступить. Было бы очень здорово, мы позавчера с ним в Минске вдвоем работали, и я считаю это очень здорово. К слову, тоже так считает, но, к сожалению, просто у него своя работа в оркестре Михаила Яковлевича Финберга, вот, и с другими музыкантами известными. Ну, если получится, было бы очень здорово. Вот. Традиционно, как было в одной рекламе сказано, или в программе «Поле чудес» надо попередавать приветы. Вот, я, конечно, передаю всем привет тем, кто сейчас слушает, смотрит эту онлайн-трансляцию. Знаю, что смотрят ее. Вот. Я бы с удовольствием передал привет своей семье, но передаю только супруге, потому что сын где-то здесь сидит. Вот, мы вместе прилетели, там скромно где-то. Вот, я, наверное, потом еще под какие-то конкретные песни еще определенным людям, наверное, помашу ручкой. Еще хотел бы сказать, мне очень часто, ну, как бы в каком-то упреке, наверное, говорят, что вы не пишете песни про техников, там, про второго штурмана Ил-38, к примеру. Вот. Так, ну, мне постоянно пишут в интернете, это, можно целую книгу писать на эту тему. Я очень с большим уважением отношусь ко всем авиаторам, я подчеркиваю слово «авиаторы». Авиатор – это и авиационный доктор, и в конце концов повар в столовой, которая кормит летчика или техника. Не говоря уже о связистах, вооруженцах, техниках, механиках. И огромному количеству людей, благодаря которому вот эта вершина пирамиды, там вот один летчик или экипаж, он летает. А в пирамиде в основании очень большое количество этих людей. И, конечно же, в этом основании еще и те, кто вообще проектирует эти самолеты, которые, те, кто учит их летать, это не только же испытатели. Все начинается, в общем-то, из конструкторских бюро, поэтому я еще отдельно хочу... как сказать, не знаю, привет передать или поблагодарить за то, что они есть. Тех, кто заканчивал МАИ, МАТИ, это, ну, фирмы, скажем так, вот, московские. При этом, опять же, ну, недавно я там общался, Харьковский авиационный институт, Казанский, Уфимский. Ну, это те люди, без которых самолеты бы не летали, тоже вам спасибо и земной поклон. Спасибо всем авиаторам. Я всегда говорю, все, что я пою, это посвящено тем, кто связан с авиацией. Неважно, о чем идет речь в песне, если она авиационная, она посвящена всем людям, которые с этим связаны. Поехали. Вот 05, добро на взрыв. Небо снова нас зовет, и бетонку с Богом отпусти. Набираем эшелон, и плевать нам на циклон. Вновь поют моторы свой мотив. Сквозь болтанку в облаках выйдем к солнцу в небесах. Все дожди оставив под собой. На работе мы опять, трудяга порт 05.
четко держит главный курс домой. Сегодня легче нам лететь, сегодня можно нам хотеть чуть-чуть побольше, чем всегда нас дома ждут. Пусть встречный ветер засвистел, погодный минимум предел, но не проложит штурман нам другой маршрут. Наш главный курс туда, где дом, и с нетерпением мы ждем, когда над городом заложим мы вираж. И пусть дожди опять идут, но на земле нас семьи ждут. Да мы же сами как семья, мы экипаж. Снизу морем облака, 5700, и мы пока крепкий чай в который раз попьем. Все мы здесь как за рулем, что покрепче все потом. На земле по сотке мы нальем. Командир на руку с гор наплевал на коридор. До ворот прокладка вся долой. Пусть земля запросы шлет, порт радист всех это шьет. Нам быстрее надо, мы домой. Сегодня легче нам лететь, сегодня можно нам хотеть чуть-чуть побольше, чем всегда нас дома ждут. Пусть встречный ветер засвистел, погодный минимум предел, нам не проложит штурман, нам другой маршрут. Наш главный курс туда, где дом, и с нетерпением мы ждем, когда над городом заложим мы вираж. И пусть дожди опять идут, но на земле нас семьи ждут. Да мы же сами как семья, мы экипаж. Удлиняет наш налет, командир прочтет свой детектив. И спокойны мы вполне, мы уже не на войне. Шум ее для нас погашен стих. Пусть приходится летать в те места, куда послать, даже и по маме не пошлют. Нам уже не привыкать в обезоловку играть. Знал бы прикуп, знал бы и маршрут. Сегодня легче нам лететь, сегодня можно нам хотеть чуть-чуть побольше, чем всегда нас дома ждут. Пусть встречный ветер засвистел, погодный минимум предел, но не проложит штурман нам другой маршрут. Наш главный курс туда, где дом, и с нетерпением мы ждем, когда за над городом заложим мы вираж. И пусть дожди опять идут, но на земле нас семьи ждут. Да мы же сами как семья, мы экипаж. Хоть мы и сами как семья, мы экипаж. Экипаж! Спасибо. Ну, я всегда, наверняка те, кто ко мне часто на концерты ходят, знают, что я нередко персонифицирую, если так можно сказать, песни. Они с кем-то, с чем-то связаны, чаще именно с кем-то. Вот я, Борт 05, у меня воспоминания такой более чем десятилетней давности. Я с русскими витязями и со стрижами, я позволю себе такое слово, мы работали, потому что я как бы участвовал в этом процессе. На юбилей 66-й воздушной армии Ленинградской
в Санкт-Петербурге, но это было в Пушкине. Иду я по аэродрому. На встречу идет такой вот, ну я таких людей, вот они, это типаж просто, вот для телефильма, там, художественного фильма. Вот небесный пахарь. У меня просто другой. Такой потрепанный, такой потертый комбинезон, такой идет абсолютно незнакомый человек, мимо меня проходит, посмотрел так, а я тоже иду, он сзади разворачивается и говорит: «Город 05, во!» Я оборачиваюсь, недоуменно на него смотрю, на меня смотрит. Я вон, всего 18-го, и пошел дальше. Так я приобрел в будущем своего замечательного друга Михаила Анатольевича Мазина. Миша, спасибо, что пришел, не знаю, где ты здесь. Вот. Не знаю, можно об этом говорить или нет, сегодня он уже в гражданской форме работает в такой организации, которая называется СЛО. Вот. В числе прочих вводит В.В. Путин. Это наши военные люди. Ну, если уже я спел «Борт 05», это все-таки песня. Хотя вот интересно, на эту песню есть замечательный клип моего, опять же, друга Александра Быхалова. В Энгельсе он служит, подполковник, командир отряда на Ту-160-х. И вот они под эту песню сделали клип про белого лебедя. Так, ну, очень своеобразно. Я говорю: ну да, Саш, говорю, да, 5-700. Это как раз про Ту-160. Вот. Ну, тем не менее, я уже даже начал задумываться, может, именно эти 5-700 куда-то убрать, и получится все классно. Потому что они там все, и тормоза, и книжку, все это красиво. Вот. Но, тем не менее, да, песня была написана после полета на самолете Ан-26, когда-то очень давно, это был 94-й год. Ну, это транспортный самолет. Ну, я бы сказал, что, наверное, о транспортах и следующая песня. Сначала хочу передать привет. Я уже говорил, что под какие-то песни я их буду передавать. Так, Илье Кобылянскому, он знает, кто это, потому что он смотрит. И отдельный привет Дмитрию Кальченко и всему выпуску «Балашов 1987». Наливайте рюмки и выпивайте. Песня для вас. Что насыпался Илюха, нынче болит это зайри. Набивают стол брюха, груз швартуют технари. Носят ящики солдаты и закатал акварель. Только нам не до заката, рампфельфер, аппарель. Рампа здесь не значит сцена, палуба не значит флот. Мы не взвинчиваем цены надписью «Аэрофлот». Мы летаем, где стреляют, экипажу не впервой. И Илью не испугают, грузовик наш боевой. На взлет уходит ввысь Илья Трутяка. Турбин грохочущий квартет поет. Летит Илюша работяга, бродяга, наш транспортяга. Горбом по небу. Нам лететь туда, где жарко, с дозаправками маршрут. Полный борт гуманитарки, там на месте разметут. Мы спасаем чьи-то души, близких видим лишь во сне. Не печалься, брат Илюша, лучше так, чем на войне. Это лучше, чем когда-то полным ящиком в борту возвращали мы солдат в их последний вечный дом. Улетали от печали снова в небо с головой. Где-то вновь с надеждой ждали грузовик наш боевой. На взлет уходит ввысь Илья Трутяга. Турбин грохочущий квартет поют. Летит Илюша работяга, бродяга, наш транспортяга. Горбом по небу столько лет. Чая, печенье и конфеты подоели нам уже.
Штурман курит сигареты там на нижнем этаже. Техник мыслит о посадке, что сготовить на обед. Если что, всегда в порядке, у него велосипед. Распростерли уже крылья, вместе с грузом нас несет. Коридор ему открыли, значит, он людей спасет. Эх, Илья, небесный пахарь, горб на спинке трудовой. Если где-то что попахнет, грузовик наш боевой. На взлет уходит ввысь Илья трудяга. Турбины грохочущие квартет поют. Летит Илюша работяга, бродяга наш транспортяга. Горбом по небу столько лет. Снизу пальмы по глиссаде, из зимы встречают борт. Заведут нас и посадят в незнакомый жаркий порт. Местные не бьют баклуши, все предели как один. А до души нальют Илюши самый вкусный керосин. Командир на борт вернется, весть благую принесет. Наш Илюша улыбнется нижним листиком, блеснет. Нам награды не медали, а скорее путь домой. Руды снова в максимале, грузовик наш боевой. На взлет уходит ввысь Илья трудяга. Турбин грохочущий квартет поют. Летит Илюша работяга, бродяга наш транспортяга. Горбом по небу. Возвращаясь к приветам или, как сказать, к каким-то отметкам, отдельный привет летчикам МЧС, которые где-то там дальше сидят, я знаю, и на Илу-76 летают, это тяжелый труд. Также где-то здесь ильюшинцы сидят, я знаю, в числе их мой очень близкий друг Алексей Нагаев, я считаю, один из самых лучших авиационных фотографов в мире, который на Ильюшине летал и над Северным полюсом, и над Южным. И снимал эти замечательные снимки, как я называю, реклама British Petroleum, когда открытая рампа, а туда летят бочки с парашютами, на которых BP. Вот. Ну, не, это очень красиво, это, ну, такие кадры делают только исключительные профессионалы. Леха, не вижу тебя, где-то ты здесь, спасибо, что пришел. Ну и одно предупреждение, как я всегда говорю, ну, я всегда меня как-то напрягает, что приходится повторяться, петь какие-то песни, которые уже все слышали, ну, по-другому не бывает, но я думаю, мы же не устаем, когда по телевизору говорят, при пожаре звоните 01, ну, 101. И это я к чему? Просто, опять же, вот эти письма, которые в интернете приходят, я рассказывал эту историю, когда девочка, которой 7-8 лет, написала мне, дядя Коля, а где найти керосин? Я поинтересовался, зачем, она пишет, ну вы же поете самый вкусный керосин. Поэтому, как было сказано в одном стихотворении, товарищи взрослые, вы в ответе за все, что делают ваши дети. Аккуратно. Следующая песня. Интересно, когда, ну не то, что загадку задать, а просто обозначить, потому что потом вроде все как все узнают. Каждый раз думаешь, как объявить всем известную вещь, а тут как-то вдруг приходит какая-то мысль. Вот и мне пришла буквально сейчас. Я знаю, там сидит мой очень близкий друг Федор Степанович Пирогов. Он такой очень активный. Да, Петя, ты там сиди аккуратно. Нет, это я про следующую песню. Песня про машину или там, можно сказать, аппарат, который у него стоит в огороде.
Да. Да, Петя, спасибо, что приехал. И опять же повторюсь, песня про аппарат, который у тебя в огороде стоит. Ред Бензона нынче в моде, лопастями хороводит и жужжат, что вируса моих ног. Ну а я такой курносый, сверху горб, внизу колеса, прям конек из сказки, горбунок. Я родился где-то в Польше, но в душе советский больше. На работе долгие года, и для тех, кто в небо рвался, в облако на мне поднялся, школьной портой стал я навсегда. И пускай я безоружен, все равно я в небе нужен, даже если воевать не суждено. Работягой безотказным я летал и над Кавказом, ну а летчик был товарищ Мимино. Комарчупыгина звали Мимино. Даже если ветер тучи, все равно мне будет скучно в точку полететь из точки А. По прямой маршрутам мало, я люблю фристайлы слалом. Слалом, это точно про Ми-2. Я еще с ведром летаю, в нем воды полно до краю, но не оболью тех, кто внизу. Это славная примета, повезет вам, значит, где-то, может, я куда-то подвезу. И пускай я безоружен, все равно я в небе нужен. Я стараюсь, хоть мне часто нелегко. От работы не косили, даже по небу носили мы коробку на подвеске с Валико. Камарчубаки над свали Валико. Небо бросить не сумею, все летаю, хоть старею. Тысячи за мною летных смен. Под винтом сердечко бьется, тарахтит, но не сдается. Не пристало ныть, ведь я ж спортсмен. Ну а те, кто помоложе, те, конечно же, дороже. Все блестят, как медный котелок. Ну а я такой курносый, сверху горб, внизу колеса, как конек из сказки, горбунок. Мне пеняли безоружен, что такое я нафиг нужен, и на цепь меня сажали, как в кино. Но руками и винтами цепи рвали и взлетали, мы сбегали в небо с другом Мимино. Комарчупыки назвали Мимино. Чита говорит, чита Маргарита.